Ну, карта одна и та же. Что для противника, что для нас. Как бы тут... Давай не, ну в прошлый раз ты хорошо фидел, мы там это покрипились. Каждую игру фижу. Окей, ладно, попробуем. Здесь карт побольше, кстати, получается. Uh-huh. Вывод. Надо экспанд ставить. Экспанд, через что? Ты ставишь экспанд? Не хочешь первого лича попробовать? Насчет лича не знаю, я подумаю. Могу тебя поддержать под мой с масхантресками на первом этапе. Ну вот, я думаю, мне лича или дредлорда со свормом. Наверное, все-таки лича, хотя он хлипковат, конечно, для 2 на 2. Могу тебя подкормить лесом, чтобы ты быстрее это 2 сделал для деки. Да, надо подумать вообще, стоит ли без деки играть. Дека просто второй. Из-за того, что... Ну да, нет, я имею в виду, что первый герой, лечить его сложно. Мунвейла? Здание готово. Да, я про бой скорее. Ну, на рейнджовый, держи дистанцию. Короче, я в Маск Хантрес Патма. Ты там выбирай героя. Да, я пока думаю. Я думаю, что против мастеров потенциально первый лич топовый вообще. Гораздо полезнее, чем ДК. Эльф в правом верхнем углу. Вообще, конечно, то, что я не смог подхилить виндов колодцами, это была подстава. Извините. Я что-то даже не подумал про такое. Так, эльф играет через... Один барак и крипинг. Угу. Очень агрессивный крипинг, капец. Как так можно? Почему нет? Воины ночи, ко мне! Мы готовы нанести удар. Тут форсир, кстати. Тут Димка. Наши воины вступили в бой. Мне виспа к экспанду отправь. Я вот сделан. В путь. Мы готовы нанести удар. Почувствуй гнев луны. Пей. Наши воины вступили в бой. Доверься мне. Нужно действовать. И я готова. Вперед! Почувствуй здание гнев луны. Готово. Во имя богини. Здание почувствуй готово. Гнев луны. Так я и думал. Богиня согласна. Так я и думал. Вперед! В путь. Богиня согласна. Во имя богини. Да, что-то так тут экспандик такой жесткий. В путь. Ты его не закрепил. Богиня согласна. И я готова. Нужно действовать. Вперед! Богиня согласна. Мы готовы нанести удар. В путь. Вперед! Так я и думала. Вперед! Нужно действовать. И я готова. Так я и думала. Доверься мне. Бей! Богиня, укажи мне путь. Готово. Мы готовы нанести удар. Богиня согласна. Так я и думала. Богиня согласна. Окей. Поторопись. Я готова. Нужно действовать. Наши воины вступили в бой. Исследование завершено. Я поплелась отомстить. Нормально, да? Там все. Все. Могу помочь. Я вся внимание. Давай. Путь. Доверься мне. Слушай. Нужно действовать. Слушай. Наши воины вступили я в бой. Готова. Вроде нормально. Мы готовы нанести удар. Я попыталась отомстить. Укажи я мне готова. Путь. Да. Нужно действовать. Доверься наша мне. Наша священная роща осквернена. Мы готовы нанести удар. Мы готовы нанести удар. Вперед!
Поторопись. Я готова. Здание готово. Доверься мне. Здание готово. Нужно действовать. Богиня. Так, ну теперь время харасить. Да, я выжим. Нужно действовать. Доверься мне. Стою на страже. Я тоже подгребаю тогда. Ухожу. Наши воины вступили в бой. Я вся внимание. Нужно действовать. Слушай, ну тут ворусы, как бы. Богинь, укажи мне путь. Путь. Орк где-то наверху. Эй! Мы готовы нанести удар. Мне кажется, они все равно базу ставят. Богиня, укажи мне путь. Ну я готов тебе деньги скидывать. Я готов. Поторопись. Такова воля. Нужно действовать. Сверху подходит. Стою на страх, такова воля богини. Стою на страх. Воистину. Я вся внимание. Богиня, нужно докажи мне, я поспелась отомстить. Арсербиты. Я готова. Ага. Слушай. Мы готовы нанести удар. Молодец. Красава, я тебя даже чуть гулю сам не добил. Так. Нужно действовать. Даша, я тпшусь. Хорошо, я пойду проверю экспанс, мне кажется, подхилишь. Что там есть. Поторопись, там. В путь. Я бы сделал на их месте. Тебе деньги нужны? Или я продолжаю пока хантерски делать? Делай, делай, у меня экспанс встал. Богиня согласна. Да, здесь эльф делает базу. Богиня, сейчас я к тебе ставлюсь. Доверься мне. Нужно действовать. Поторопись. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Слушай. Главное Яночку отменить. Остальное все. Лирика. Нужно действовать. Я вся внимание. Я готова. Я готова. Мы готовы нанести удар. Табурен. Укажи мне путь. Давай разменяемся, на что можем. Конечно. Торопись. Я только за. Нужно действовать. Я вся доверься. Внимание. Нужно действовать. Я готова. Ну все, минус всех, ха-ха. Так я иду. Укажи мне путь. Мы готовы нанести удар. Да. Наши воины вступили в бой. Аккуратненько, там лича оставил. Я готов. Нужно действовать. Приказываю. А. Мы готовы нанести Черт. Удар. Доверься мне. Мы готовы нанести удар. Кто еще тут останется по итогу? Нужно действовать. Герой союзника пал в бою. Я вся внимание. Мне бы кого-нибудь к этому. Укажи мне путь. Мы готовы нанести удар. Верно. Смотри, экспанд. В путь. Беги направо, вверх. Нужно действовать. Отмени экспанд. Богиня согласна. Слушай. Кота дал тебе. Я готова. Поторопись. Что-то засмотрелся. Мы готовы нанести удар. Но все равно таверна хорошо получилось. Таверна в центре. Поторопись. Да фиг с ним. Я внимание. Тут задач каких-то нет сейчас. На карте. Доверься мне. Богиня согласна. Так, давай, Т2 заказывай. А зачем? Я готов. Чтобы экспа быстрее Богиня шла по тьме. Этот сов сделаешь охотницам. Опять экспан делает. Да вижу. Нужно действовать. Так я и думал. Надо веспа мы убить. Да, пытаюсь. Путь. Все, ты пошел. Хорошо. Спасибо. Верно, да? Я готова. Путь. Ну, и верно, это не страшно, я сеточку сделаю. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Как я пока с базы не особо ходок. Я готова. Доверься мне. Ну, вроде как мы... У нас есть 2-3 минуты, пока. Нужно действовать. Богиня согласна. Нужно я думаю, тебе надо шок крипить, чтобы свитки взять и т.п. Мы готовы нанести удар. Так и есть. Доверься мне. Так, я веспов. Мы готовы нанести удар. Я вся внимание. Мне. Да, личовка себя очень хорошо показал. Ну это еще она не прокачана. Представляешь, в массе. Штамп, что будет. Просто хэдхантеры разлетаются, из-за этого им тяжело. Да, и...
Вадим, укажи мне путь. Слушай. Выхожу я готов. Я все тут злой. Куда-то направо, наверх бегут. Или по Анте. Мы готовы нанести удар. Стою на страже. Доверься. Путь. Наша мы священная роща осквернена. Я готова. Что делать будем? И ждем мой Т3. Я ж через экспант. Сейчас лимиты делаю. Могу добавить тебе. Мне уже 40. Шо? Нужно действовать. Богиня согласна. Нужно действовать. Так я и думал. Ну надо уже под базу идти к ним, мне кажется. Доверься мне. Угу. Мы готовы нанести. Под экспант имеется в виду. Завершено. Нужно действовать. Да, точно, у нас же Хантресс на Т2 еще грейд классный. Угу. Я готова. Так, беру с собой еще виспов. Мы готовы нанести удар. Мы готовы нанести удар. Бегу к тебе пешим. Я готова. Нужно действовать. Доверься мне. Давай через этот магазин берем еще там парочку свитков и погнали. Мы готовы нанести удар. Ты же вышел из лимита, у тебя все? Нужно действовать. Да. Я готова. 60 ко мне лимита. Пришли. Вперед! Исследование завершено. Я готова. ТП или не ТП? Он один? Да, один. Нужно действовать. Я мы не справлюсь с ним, да, я из-за виверн. ТП. Да. В путь. ТП. Угу. Доверься мне. Так я и думал. Что дальше? Мы нет. Готовы нанести удар. Что, видимо, они собираются разводить. Я готов. Нужно действовать. Давай крепиться спокойненько. Я вся внимание. Шоп. Шоп, сейчас посещу. Доверься мне. Во имя Вадима. У меня. Мы готовы ор нанести удар. Мимо пробегает. Нужно шоп действовать. Бей! Богиня согласна. Крепится я на красный. Не дадим тебя разводить. Крепится. Даже крепится. Нужно действовать. Почувствуй, я стою на страже. Я не боюсь. Слушай. Доверься мне. Я готова. Доверься мне. Поторопись, такова воля богини. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Доверься мне. Надо сражаться, богиня Лёша. Согласна. Я готова. Да-да-да. Надо сражаться. Нужно надо не дать себя развести сейчас, самое главное. В путь. Так они это самое. Доверься мне. С экспандом работают. Сейчас у нас преимущество вот уже уходит мы оно сейчас. Богиня, укажи мне путь. Все, я готов. О. Мы готовы нанести удар. Вперед! У тебя скролов бы еще. Наши воины вступили в бой. Я готова. Нужно. Это чувак с коммунтаура, кстати. Я готова. Сейчас скролы возьму. Удар. Давай вот сюда сходим. Доверься мне. Ну, я схожу пока. Не страшно. Нужно действовать. Скролл взял. Так я и думала. Богиня согласна. Дальше еще денег. Спанды тут нет. Доверься мне. Да их устраивает, а. О, хрустальный шар, ничего себе. Сейчас я возьму еще этого одного. А, тут экспантер строится, лол. А, не понял вообще логики тогда. Давай отменим. Ну, значит, вот здесь у них эксп есть. Ну, наверное, да. Кристал Болл ты взял? Да. Светани, пожалуйста. Как я светанул этот экспант. Доверься мне. Окей, ладно, погнали. Точно у них экспант есть, смотри. Разводы пошли. Да, и протектор стоит. Ну тебя разводят. Да. Они медленнее, чем удвоим сейчас. Они должны телепортироваться здесь. Эвакуация, 100% экс. И тебя разводят тоже. Давай пусть разводят. Я там наделал таверок, чтобы им веселее было разводить. Нужно больше лучше. Я готов. Во имя богини.
Я, пожалуй, ТП и от эльфа буду отбиваться. Может, отобьюсь, он не знает, что кто-то... Давай, от арка отобьюсь. Нужно действовать. Я, если что, могу и к тебе ступашить. Да, я скажу. Это что? Я вся внимание. Мы готовы нанести. Стою на трава, поле борьбы. Да, он не пробьет. Протектор он уже не пробьет, получается. Да, я тут везде таверов наставил. Димка только шестой может быть. А, и орк здесь. Ага. Это уже сложнее. Я могу тэпнуться в любой момент. Окей. Можем даже подраться, в принципе. Деньги дай, денег немножко. Я тапусь. Так, не трогать Мишку. Меча не отдай. Молодец. Здесь они дадутся, видимо. А, я, может, нет. Плеча жалко. Да. А жука? А, ну не страшен. А вот такую уже не хотелось бы. Вот толку могу дать тебе. На. Блин. Бутылку. Передаю. Да я отдаю. Да, сейчас шестой Дима будет. Но это не очень страшно. А вот то, что я деку сейчас потеряю, это стрёмно. Сиди под протекторами просто. Что-то я расслабился ща. У меня под мапа почти шестая, но ты понимаешь, я... Да, мне надо доделать путь героев. Доверься мне. Воскресить. Так я и наши воины вступили в бой. Заметано. Все тип-топ. Я готов. Нужно действовать. Чего надо? Доверься мне. Базе союзника нужна помощь. Здесь строить нельзя. Я готова. Нужно действовать. Так, надо чекнуть. Экспо. Экспов нет. Нужно действовать. Ольфа Мейн может восстанавливаться, но... Мы готовы нанести удар. Да. Сделай выбор. Доверься мне. Сейчас ульты не будет. Попроще будет. Я готова. Доверься мне. А там только Таурен, да, который в Starfall перебивает. Мы готовы нанести удар. Опять у меня. Доверься мне. Стоять, бояться. Нужно действовать. Я готова. Идем на дело. Блин, нифига себе у меня там с руки удар. Что а, надо? Там когти еще. Все тип-топ. Аккуратненько, аккуратненько. Мы готовы нанести удар. Да. Я нежно. Я готова. Доверься. Так, и что делать? Мы готовы. Что делать, что делать? Я сижу просто, я сижу, могу тебе там что-то попересылать. Ну что, будем сейчас их разводить. Что делать? Свети экспант на мейне у эльф. Судя по дрядкам, у него ничего нет. Я к арку иду. Орк. А нет, он строит, достраивает дряд. Так что у него, скорее всего, мейн восстанавливается. Нужно действовать. Так. Ох, тут орка. Гопшин. Откуда столько, интересно? Так я и думал. Мы готовы нанести. Там прям... Ты увидишь все. Богиня согласна. Нужно до хрена. Мы готовы нанести удар. Нам бы надо объединиться. Иду. Мне. Я готова. Я готова. Нужно действовать. Надо быстро сделать. Наша священная ружья сквернена. Мы готовы нанести удар.
Недостаточно золота. Нужно действовать. Доверься мне. Недостаточно золота. Мы готовы нанести удар. Я к тебе. Нужно действовать. В путь. Мы готовы нанести здание удар. Готово. Эльфа база здесь на 12. Здание готово. Я готова. Ну, я... И орка здесь. Этого... Доверься мне. И спа туда и отправил. Доверься мне. Угу. Так, ну если убрать Таурена, то я могу попробовать Старфолл сделать. Я готова. Мы готовы нанести удар. Сколько реалистично Таурена убрать, интересно. Нужно слово действовать. Есть, коммент-аура какая-то. Чего надо? Доверься мне. Мы готовы. Ну, там Димка с ультой, вот в чем проблема. Я готова. Да. Очень неприятно. Давай-ка я тебе инвул отдам. Нужно действовать. Для котолка. Мы готовы нанести удар. Ты патмон не потерял. Доверься мне. Спасибо, конечно. Доверься мне. Погнали. Я готов. Тайм сражаться. Или разведем на телепорт, попробуем, в смысле, Дима на ульту. Богиня согласна. Так я и думала. Так, ща, погоди. Нужно действовать. Окей. Богиня согласна. Доверься мне. Погнали, я... ладно. Так я попробуем. В путь. Аспиринтус говорит, я помню, готов. Когда Щеглом был лет 7 назад, сбегал с пары, чтобы Абвера на варик попасть по средам в 3 часа. Нужно действовать. Наш рудник истощен. Вниз пошли, там, наверное, экспанд. Я готова. Мы готовы нанести удар. Если что, у меня телепорт есть. Тут. Мы можем там подраться, да? Доверься мне. А, во, смотри, халява. Вижу. Я готова. Наша мы священная роща осквернена. Так я и думаю. Мейн у меня минус. Отдаем меня, видимо. Добивай. Нужно действовать. В путь. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Доверься мне. Пока не деремся, если что. Окей. Священная роща осквернена. А я ж продолжу играть, если мне в создании убьют. Да, конечно. Наши воины вступили в бой. Виверна, виверна, виверна. Мы готовы нанести удар. Почувствуй гнев луны. Они пешком идут. Мы готовы нанести удар. Ну, они дефают экспанд. Наши воины вступили в бой. Доверься мне. Я готов. Бей! Доверься мне. Идем на дело. Я готов. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Давай, эту базу замочим. Так. У меня еще есть деньги. Подстроим. Да, Гулька пусть умирает. Угу. Хорошо, но в целом, да, у нас пока экономика благодаря этому немножко выровнялась, благодаря тому, что ты рабочих убил наверху. Виверны прилетают, это хуже. Здесь будем проверять нычку? А, у Эльф же мейн восстановил. Я проверял, конечно. Ага, окей. Что будем делать дальше? Мне до ульты 2 кила нужно каких-нибудь. Вот тут, во-первых, зелененькая, дай-ка я зачищу. Богиня согласна. Доверься мне. Доверься мне. Нужно действовать. Импейл и пятый лич. Пойдем и магазин посетим. Я готов. Пойдем. Путь. Так я и думала. Мы пойду, у меня 3-3. Удар. Сколько Starfall 200 нужно стоит? Действовать. Так я и думал. Богиня согласна. Да. Мне нельзя подставляться под Диму. Я готов. После первых же киллов я могу прожать ульту, если это будет достаточно далеко от Таурена. Мы сетка сработает, нанести, они не будут иметь возможность отступить. Я готова. То есть от Старфола многое тут зависит. Нужно действовать. Мы готовы. Давай, 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 давай. Шедра убьем, будет шестой. Шедр, шедр. Хода на Шредера. Сзади они подходят. Вон, давай дриадку убью. Я готова. В путь. Вперед. Доверься мне. Боги не согласны. Ну. Нужно действовать. Есть. Так, я
пошли, пошли. Блин, останови. Хорош. Надо бэкнуться. Давай, телепортируйся. Ну там орка просто 100, и эльфа тоже 80 не выиграть уже. Нужно действовать. Да не, нормально. Окей. Мы готовы нанести удар. Хотя. Я думаю, надо еще подразводить. В путь. Я готова. Я буду твоими глазами. Ну, забей, там три база уже работают. Сейчас я тоже лимит отстрою. Вроде хорошо разменялись. Но у меня на базе не очень удачно посражался я тоже. С эльфом. Димку подкормили. Героев посливал, блин, тоже. Там переломный момент был. Нужно действовать. Доверься мне. Я готова. Сейчас я дестров сделаю. Я там суммарно 120 лимит боевого. Ну, до конца я не за то, что мы выходить, естественно. Мы готовы нанести удар. Пока у них хотя бы экономики нет. В смысле, у них три базы добывают? Не, у арка нет лимита, чтобы восстановить рабов. Ну, видимо, да, он их сливает сейчас. Старфол наполовину откатился. Так ему нечего сливать, он не может рабочего сделать. А. Он не может рабочего сделать, чтобы начать собирать. Угу. Доверься мне. Нужно действовать. И я готова. Надо, наверное. Капец просто. Такой стадо коз. Ну, козы хрен с ним. Козы героев не убивают, если как-то фокуснуть. Турена и ну. Нужно действовать. Большой камень маны еще есть. Я готова. Я думаю, надо упарываться в героев исключительно. Да-да-да, тут других способов нет. Кто вылезет мы вперед, того фокусим. Таурина фокуснем, Старфол будет работать спокойно. Доверься. Никто не помешает. Короче, я думаю, надо покайтить попробовать. Попробуем покайтить, развести на инвол сначала, потом, когда Таурин вперед вновь вырвется, попробовать его фокуснуть. Так, все, я готов. Думала. Ну, как бы надо идти, потому что нычки работают. Нужно действовать. Гол. Богиня согласна. Выкачиваем Табурена. Пытаемся его убить. Нужно действовать. В путь. Так я и думала. Богиня согласна. И я готова. Базе союзника нужна помощь. Мы готовы нанести удар. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. И я готова. Кто первым подойдет? Доверься мне. Так. И я готова. Того и так. Базе союзника нужна помощь. Нужно действовать. Во имя богини. Так я и думал. Там Дима в инвизе. Мы готовы нанести удар. С инволом тоже. Почувствуй гнев луны. Богиня согласна. В путь. Так я и думала. В путь. Вперед. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Во имя богини. Богиня согласна. Доверься мне. Турин, кстати, в следующий раз может от МПЛ умереть. Так-то. Это большой МПЛ только. Могу льтануть на себе. А сейчас тампанет, льтанешь. Хорошо. Я готова. Нужно действовать. Дека, дека. Я готова. Мы готовы нанести удар. Не, они молодцы. Нужно действовать. 2 на 2, видно, опыт есть у них игры. Я готова. Да, тут многовато осталось.
Потма почти до самого конца ультовала. Богиня согласна. Джиджи. Джиджи. Это было круто. Ну, я мало что делал здесь. Мало что делал. Вроде как мы хорошо экспант... Мне кажется, мы зевнули экспант у эльфа на 12 часах. Причем зевнули его так конкретно, когда мы ждали экспант у него на 3. Слушай, я подумал об этом, отправил в испану, было поздновато. Угу. Как кос убивать? А кос нет смысла убивать вообще. Козы против прокачанного Undead Skyrim. Ой, они там ничего не делают, да.